Сегодня 29 сентября в Алании совершенно потрясающая погода. Температура воздуха плюс 33 градуса и практически такая же температура воды плюс 30. Средиземное море немного штормит, но это совершенно не портит отдых. Волны такие нежные, мягкие и пушистые, что хочется сидеть в них бесконечно на берегу. Но, как видите, и купающихся даже при этом небольшом шторме много. Вообще пляжи полные, и не только потому, что воскресенье. Да, много местных жителей, но еще больше иностранцев. Бархатный сезон в самом разгаре. Мне кажется, что сейчас самое комфортное время для отдыха. Нет изнуряющей жары, температура воды прекрасная. Но даже при том, что заканчивается первый месяц осени, на пляж лучше выходить во второй половине дня.